Мы Туфана пригласили, ему Мамутену, да? Мне нравится его подход, мне нравится, как он работает, как он хочет свою работу показать, мы поэтому ЧОС будем поддерживать. Постановку будем поддерживать. Я думаю, что и вопрос ремонта, он тоже будет стоять на первом плане. Ну, на этот год уже что-то планируется? Или... Пока не могу сказать. Понятно. У нас, вот у меня вот, я вам скажу так, ЧОС, да, потом литературный музей ГПУ Тукая, на улице Тукая, да. Вот по поводу Центра современной культуры «Смена», а вы там бывали? Там главное поколение туда захаживает, нет, ценит, да, как-то? Да. Есть, ну, опять же, я там сам не был на сегодня, я встречался, значит, Ильдар Хасанов, да? Ильгизар Хасанов, с ним встречался, значит, мы с ним говорили, но мы будем поддерживать данный проект. Ну, сейчас по прессе, опять же, есть удачные проекты, есть другие проекты, не буду говорить. Поэтому на 15-й год мы хотим, значит, через, значит, наши вот возможности тоже с ними поработать по привлечению молодежи именно. Ну, нам нравится, как привлекать молодежь вообще в целом. Сейчас отношения у нас с молодыми очень тесное взаимодействие, с тем же живым городом, с тем же, значит, другими направлениями. А есть мысли о том, чтобы в Татарстане создать такой целый кинематографический кластер? Насколько это вообще реально? И... Ну, как кластер, он уже практически есть, кластер. Он есть или нет, мне тяжело сказать, потому что есть, значит, факультет кино и телевидения, университет культуры. Там уже порядка 80 выпускников, которые работают и в Татарстане, которые работают в Москве, там стажировка проходит, мы отправляем на стажировку. Значит, некоторые там учатся, учатся, имеются практику проходят. Понимаете, ну, опять же, ну, есть же разная концепция, да, развития кино, разные взгляды, вернее, разные. Некоторые говорят, зачем нам киностудии, там, когда можно уже дома все снимать, дома все монтировать. Для этого все есть. Это, опять же, вопрос. Для того, чтобы все-таки был кинематограф татарстанский, все-таки хоть такая, но никакая студия должна быть. Какая-то площадка для съемок должна быть. Мобильная, там не мобильная. Я связан был с кино в своей жизни, но я занимался кинопрокатом. Помню. С Копсом Рольтом Ивановичем, да. Потом Госкино Республики Татарстан. Хорошо, что у нас не все, у нас сохранились кинопрокатные организации, сохранились в районах показ фильмов. Это тоже. И я вот, мне вот, допустим, не хватает хорошего отечественного кино, честно скажу. Мне не хватает. Чтобы я ушел с этого фильма, как со спектакля, подумал бы, а что? То есть доброго пропагандистского советского кино не хватает? Ну, советского, российского. У нас хорошие снимались. И в Грузии снимались хорошие. Воспитывался. Ну, такой в хорошем понимании этого слова, да? Да.